Свой профессиональный праздник отметили сотрудники межрайонной Хабаровской прокуратуры. На празднике соратников Фемиды побывала и Фатима Даурова. Три века на страже закона. Российская прокуратура отмечает свое 300-летие. Ведомство ведет свою долгую историю с петровских времен. Сколько судьбоносных дел и героев было за это время. Некоторые расследования стоили сотрудникам жизни. Но во все времена остается неизменным одно. У работников прокуратуры особая миссия – стоять на страже закона, прав и интересов россиян. В этом году официально праздник отмечается уже 27-й раз. Для работников Хабаровской межрайонной прокуратуры, администрации района и сотрудники отдела культуры подготовили торжественный вечер. В свой профессиональный день поздравления принимали как настоящие, так и бывшие сотрудники органов прокуратуры. Мы чувствуем ваш зоркий взгляд, как говорится, ваше крепкое плечо. Мы надеемся на дальнейшее наше конструктивное сотрудничество, поддержку. На благо людей, на благо района, на соблюдение закона и порядка. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, действующих сотрудников прокуратуры и всех ветеранов. Желаю вам благ, всех благ. День работника прокуратуры, как и любой другой профессиональный праздник, это прежде всего возможность оглянуться назад, подвести итоги и наградить лучших. Коллектив Хабаровской межрайонной прокуратуры на сегодняшний день – состоявшийся слаженный механизм, который призван защищать Конституцию, требовать исполнения ее положений и быть на страже прав человека. Отзывается о своих сотрудниках старший советник юстиции Владислав Карачаев. Задач очень много, которые им приходится выполнять ежедневно. Стараются. И, скажем так, каждый день у нас соответствует высокому званию сотрудника органов прокуратуры, высокому званию офицера. Хочу сказать, что на сегодняшний день очень много задач стоит перед органами прокуратуры. И эти все задачи стараемся достойно выполнять. Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими проблемами и бедами. Слово «прокуратура» происходит от латинского «заботиться». Именно забота об интересах граждан, защита их прав, помощь в непростых ситуациях – главные задачи ведомства. Об этом, как никто другой, знают ветераны службы, которые передавали свой опыт молодым сотрудникам, обучая их зампрофессии уже не в теории, а на практике. Чтобы они работали только строго в соответствии с законом, чувствовали людей, знали, понимали, что им нужно. Ведь мы, в конце концов, для них работаем. На благо нашего Отечества, нашего государства. Ведь государство – это наши люди, это мы с вами. У работников прокуратуры чаще всего мужское лицо. Но Розе Тлисовой, отдавшей надзорному ведомству более 20 лет своей жизни, удалось сгладить стереотипы о мужском и женском в такой серьезной профессии. У нее получилось сочетать в себе офицерскую выдержку и природную женственность. Недаром женщине, носящей имя в честь самого красивого цветка, посвящали стихи поэты родного края. Для меня прокуратура – это зеркало моей души. И в этом зеркале я должна была себя видеть прежде всего добросовестной, объективной, справедливой к тому, что мне доверено было государством. Это прежде всего защита прав и интересов населения. Фатима Даурова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабаровск.